Черномурочка. Под таким названием в Сочи проводятся соревнования по художественной гимнастике. В них принимают участие спортсменки из Астрахани, Владикавказа, Москвы, Волгограда, Сочи и Ставропольского края. А начинают девочки заниматься с самого раннего возраста и уже имеют возможность показать, чему научились, пусть и за короткий промежуток времени. С 4 лет, 4-5 лет, то есть у нас даже детки, трое детей выступали 2009 года. Конечно, немножко прозанимались там в течение где-то полугода, и вот они тоже, вот у них был первый старт. Маша Булучева из Москвы несколько секунд ждала музыкальное сопровождение. Чуть позже она призналась, что даже разволновалась по этому поводу, все боялась, что музыка вообще не включится. Но потом собралась и показала номер очень достойно. Понравилось всем. Был очень сложный поворот и равновесие. А Маргарита Ней – сочинка. Старательно занимается художественной гимнастикой и мечтает покорить Европу. А пока внимательно наблюдает за своими подружками. Я настроена на выступление хорошо, и мне нравится, как выступают мои девочки. Сегодня соревновалась младшая группа участников. Завтра в спортзале 8-й гимназии будут выступать девушки постарше 16-17 лет. В их программе 4 вида выступлений. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.